целью которой является распространение благой вести о спасении Иисусе Христе. Мы сердечно приветствуем вас Словом Божьим из Псалма 118, стих 18. «Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего». Дорогой слушатель, молись Иисусу, и Он непременно откроет тебе, что жить по заповедям Небесного Творца непременно лучше, чем блуждать в этом мире и не иметь покоя от ноши греха. Но мы желаем вам иметь Божий мир и любовь в ваших душах. Дорогой слушатель, в нашей второй жертвенной программе мы предлагаем вашему вниманию рассуждение.